37-летняя елка Елизавета Иванцыв приняла участие в дерзкой фотосессии. Поп-дива показала изменившуюся фигуру в сексуальном наряде. Исполнительница хита «На малютке планете» устроила эффектную съемку, автором которой выступила известный московский фотограф Юлия Логинова. Певица позировала в брючном костюме в стиле оверсайз. Она дополнила лук черным бра, которое подчеркнуло ее пышный бюст и узкую талию. Елка украсила шею массивными цепями с подвесками. Она сделала нежный макияж в золотисто-розовых тонах и модный двухцветный маникюр. Волосы артистка собрала в лаконичную прическу. Красотка поинтересовалась у фанатов, как они проводят время в режиме самоизоляции. Сама она сконцентрировалась на совершенствовании тела и правильном питании. Как бодрость духа, настроение, кто как и я спасается тренировками, кто овощит. Делитесь, призвала знаменитость. Певица принимала выгодные ракурсы, хвастаясь точенными формами. Фанаты отметили не только похудение, но и новую татуировку своей любимицы, надпись «Любовь» под грудью. Ого, так построенила, какая тоненькая талия. Самая красивая. Да, любовь спасет мир, такая няшка, написали они. Елизавета скрывает подробности личной жизни. С 2010 года певица замужем за Сергеем Астаховым, который не связан с шоу-бизнесом. Влюбленные тайно сыграли свадьбу и не афишируют свои отношения. Звезда похвасталась хрупкой фигурой в топе и леггинсах. Елка поплавала обнаженной с подругами на Бали. Певица показала редкие фото со своей младшей сестрой Женей.